Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать Валентина Стрейкала. Трек называется «Отель Кооператор». Друзья мои, этот трек выбран и в нашем телеграм-канале путем голосования, поэтому мы его, конечно, послушаем. Но напоминаю вам о том, что у нас дохнет камера, мы 150 раз все перезаписываем, поэтому собираем донаты на новую камеру. Не буду долго говорить, просто боюсь, что сейчас опять что-нибудь да сдохнет. Погнали. Детка, я как никогда сегодня раскован, как водители заводят моторы, точно так же ты заводишь меня. Послушай, в этом клубе слишком людно и тесно, но недалеко тут есть одно место, куда я увезу тебя. Отель Кооператор, скрипящие кровати. Очень романтичное место. Но я так люблю Отель Кооператор, недорог и приятен, и нам с тобою хватит на скромный полулюкс. Детка, не ссылайся на свою усталость, мне вот тоже сегодня досталось, такая отмазка не прет. Послушай, такси у клуба нас уже заждалось, бирюзовый такой Деоланос нас с тобой увезет в отель Кооператор. Скрипящие кровати, да, слегка не кстати, но я так люблю Отель Кооператор, недорог и приятен, и нам с тобою хватит на скромный полулюкс. Как-то повеяло 90-ми. Когда эта песенка родилась? Вот, друзья мои, сколько мы слушали Валентина Стрыкала, да, а он все творит и творит. Я понимаю, что это все старое, но сколько мы этих песенок переслушали уже его, а они все не кончаются. Очень как-то здесь тоже у него затянуто. Вот Отель Кооператор. Мне кажется, что вот Валентин Стрыкало самое лучшее, что было, мы уже послушали. А это все песенки такие уже более второстепенные. Они, конечно, все добрые у него, они какие-то все такие позитивные и такие бытовые, да, песенки. Песенки про обычных людей, про обычную жизнь. Вот.
Но лучшие песни мы уже послушали, а вот такие средненькие продолжаем слушать. И так как мне есть всегда чем сравнить Валентина Стрыкала первые песенки, которые я слушала и сейчас, я не могу их оценивать уже, ну, как бы так, как хотелось бы. То есть, если бы, может, я первую песенку послушала первый раз, я бы, может, и заценила его там на 10 баллов, да? А так как эта песенка уже все-таки уже столько я его переслушала, что, наверное, выше семерочки бы и не поставила. Ну, как бы, вот не хочу оценивать по своим баллам, потому что вроде как бы и песня хорошая, но вот как бывает к отличникам придираешься, да, потому что они могут лучше, так и к этой песенке тоже. Поэтому 7 баллов, не глядя, без всяких других объяснений. Всем пока!